Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной Бравл, очередной Бравл Старс. Сегодня мы будем разбирать. Я Ворона вчера апнул, показал вам на 600. Там где-то за полчасика сейчас Бо сразу же за ним решил апать. Сегодня у нас будет на обзорчике вот такой вот Бравл Тик. Обалденный Бравл. Почему сейчас расскажу? Ну, я не знаю, кто воюет против Тика. Надо очень осторожно, потому что бомбы летят во все стороны. Обычно его вот звездные на десятке. Если Тик не теряет здоровье и не атакует сам, он начинает восстанавливать здоровье на 2 секунды раньше. То есть он очень быстро хилится, жизни у него, конечно, маловато. В общем, такой вот персонаж. Поехали, как обычно, рукожопить, сливать кубки. Это я люблю делать, потом, блин, сидишь и думаешь, как их добить, добить, добить. Ну, в принципе, сейчас несложно апать кубки, я даже не заморачиваюсь. То есть я играю в удовольствие, ну, решил до 600 кубасов. Вот вам тики в действии, как видите, два тика на карте, и это реально жопа полная. А если два в одной команде, вот эти вот подрывы их, это просто, ребятушки, жесть полная. Смотрите, что я сейчас сделаю с ним. Ну, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Посливали наших нубасов. Давайте, ребятушки, тащим, тащим. Тащим, тащим, я сказал. Сказал и сам не тащу. В общем, вот такая вот хренотень. Нереальная просто, нереальная неразбериха. Так, понятно, наш крю это просто... О, ничего себе, красавчик. Красавчик. А если я вот так вот выпущу и так вот наделаю... До свидания, Бул. До свидос, я сказал. И тебе мы скажем до свидос. В общем, такая вот шумиха, ребятушки. Смотрите, бум. Реально, реально очень обалденный герой. И мы апнули еще разок. Это было у нас... видите, я стал звездным игроком даже. Я даже не заморачивался над этим. Потому что это реально все налегке делается. Поехали дальше. Так, сори, ребят. Я пока без тиммейтов. Смотрим следующую его силу. Да, блин. Вот, следующая его сила. Автоматика, автоматика, вот так вот. Автоматический пулемет, плюс 15%. Выбрать. Так, мы выбрали ее, а то бывает такое, зачастую нажимаешь. Вот так вот, выбрать, поехали. Я бегаю в рандомчике, поэтому кубки медленно апаются. Ну, все как обычно, все по трешечку. Зато, блин, потом заходишь и просто всех рвешь как тряпку. Но это не точно. В общем, закидываем по максимуму им туда, за шиворот. Как видите, заряжается он очень обалденно с этими процентами. И потом вот пошли, 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 пошли. Здравствуйте, ребята. Это я, у меня новая десятая сила, которая просто мега-мега-мега-мега быстро заряжается. Но нереально быстро. Я даже не знаю, они просто не успевают даже, наверное, по-моему, отхилиться от этой хрени. Но посмотрите, насколько быстрее заряд, сколько я выкидываю этих бомбочек туда. На, еще сейчас тебя мы сольем, друг. Все, всех посливали. Давай, иди сюда, крошка. Крошка, иди сюда, иди. Подарок тебе, сюрприз. Бум. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так? Ну что ж ты меня так опозорил-то, а? Вот так вот, ребятушки, вот так вот делаются. Посмотрите, ну это просто нечто. Ну вы просто не пройдете через эту фигню. Вот просто Unreal какой-то. Посмотрите, что оно делает. Ну вот это просто жесть. Вот как, насколько мне нравится вот этот герой. Куда бы ты ни бежал, что бы ты ни делал, он просто тупо-тупо разрывает. Просто тупо разрывает. Они даже подойти не могут. Ой-ой-ой, да ты что? Ну ничего себе. Ну почти. Ну все, теперь батька идет.
вас наказывать. Биг Босс. И как бы они там ни бежали, они по-любому будут попадать. А вот такой тебе подарок, на. А такой подарок. А что ты мне тут сделаешь-то, блин? Ну давай, 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 давай. Вот так вот. Короче, ребята, вот такой вот герой, не знаю. С перезарядкой он просто охренительный. Кто знает, что такое идти, кто его юзает, ставьте обязательно лукасики. Ну, что я могу сказать? Вот так вот звездного мы получили. Ну, поехали еще раз. Надо третий слив сделать. То скажут, читер, читер. Читерит опять. Это все админ-панелька, ребятушки. Везде все админ-панель. Подбегаем чуть-чуть ближе, накидываем, накидываем, накидываем. Бум, минус роза. Еще накидываем, бум. Не добил, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть, к сожалению, не хватило. На, на. Сейчас я вам... Вот так вот, смотрите, он просто тупо разрывает героев в клочья, в хлам. Куда ты там бежишь? Что ты там хочешь сделать? Против батьки, ну я тут тащу. Бегают что-то там, бегают, не знаю, что они там бегают. Подарки вам, ребятушки, подарки вам присылаю. От души просто. И скажите, что он не имба. Вот что он не имба. Так, надо, ребят, не оставлять одних. Без меня они тут не затащат однозначно. Подарок, ребята, подарок для вас. По заказу, по спецзаказу подарочек. Я не знаю, что там Тороза делает в заднице. Но, походу, они определились, что они в заднице. Ну, посмотрите, как просто чудесно. Просто раздвигаем им булочки. Где там Торозочка? На тебе подарок. Подарок вам, ребята, подарок. Подарок от души. Роза, 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 давай, давай, иди сюда, дорогая. Короче, вот так вот. Просто налегке можно разрывать пуканы. Как видите, звездный игрок, потому что Тик реально дамага наносит просто немерено. Ну, я не знаю. На одиночке, конечно, он, ну, немножко не то. Мне здесь он... Такое, знаете, он... Если, конечно, наберет он уже нормальную массу, то да. Тогда он их жахает всех подряд. Ну, посмотрите на этот, на эту песню. Просто песня. С этой перезарядкой он просто вообще огонь. Я меня тут чувствую. Подсольют. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй. У нас тут друзья. Ты хочешь со мной поиграть, детка? Конфетка, ну давай поиграем. Так, тихо ша, ребятушки, я иду к вам. Так, ну вот это вообще было. Это вообще было как-то, ну, неожиданно. Так, уйди от меня, иди. Не надо ко мне тут идти. Идите все отсюда. Вот это я хрень делаю. Надо впереди себя кидать. Тут есть вот такие рачки, которые из кустов любят бегать. Я сам иногда люблю так делать. Выжидать. В общем, это больше командный игрок, потому что соло вот так вот бегать. Да, он классный, все. Можно и соло бегать, но здесь он просто рвет. Просто разрывает. В пати еще да, куда ни шло. Но в одиночке он, конечно... Сейчас, ребятушки, будет мега слив с нашей стороны. Вот так вот их жарим, жахаем. Куда ты убежал, друг? Куда ты бежишь? Иди сюда, камон, бэйби. Вот так вот, ребят. Видите, что делается? Ну, конечно же, опять же, все зависит от того, какие у вас тиммейты. Если у вас тиммейты такие, как я, вы просто тащите всех, все и вся. Накидываете им туда за шкирки и сливаетесь вот так вот просто. Ну, я не знаю, что они стоят. Брей, давай тащи. Встали, блин, тут. Куда ты бьешь мелкого? Тебе не стыдно, подлюка? Ты смотри, что он там делает. На тебе. Я тебе отомстил.
Так, что там у нас? Там у нас, я смотрю, уже разрыв, 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 разрыв. Надо это дело прекращать. О май гад, о май гад. Что за нупы попались в команде? Я просто в ужасе. Я просто в шоке, ребят. Я просто в шоке. Надо их жарить, короче, по полной. Атак не ждали, атак не ждали. Да блин, Бул, куда ты идешь? Ну что я тут могу сделать? Тут батька просто видит. Заговорился, аж закашлялся. Ну ничего тут не сделаешь. Нубы в команде такие же, как и я. В общем, говно герой, ребят. Не качайте, не играйте в Brawl Stars. Играйте в Castle Clash, донайте по максимуму. И будет вам счастье. Но это не точно. Так, ну мы должны сейчас разорвать. Если мы не разорвем, то это все, это печаль. На, пожалуйста, держи, держи, друг. Все для тебя, мой юный друг. Знаете, как в песенке. Для тебя. Не, ну это, конечно, неожиданно было. Выбегают тут всякие. И начинают тут. На, там взрыв был. Там был взрыв, ребята. Взрыв поканов. Атак, не ждали. Посмотрите, что он делает. Это просто, ну, нереально, нереальная имба. Ну, нереально просто вот так вот делать. Просто тупо бегает и унижает всех, всех, все и вся. На тебе пуканчика подорву. Иди, я тебе подорву тот пукан. Так и просится, ну, один и второй. Не, тихо, ша. Ты что делаешь? Ты посмотри на него, ну. Вангую сейчас сольется. Вот просто сольется. Если батька не будет вот так вот делать, просто посливается. Я же говорил, это просто жесть, ребята. Вот посмотрите на это. Вот куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Куда ты один и второй бежишь? Ну куда вы тут собираетесь убежать? На. Короче, против Тика есть мастика. Не знаю, к чему это было сказано, но это просто огонь, ребят. Это просто не герой, это просто огонь. Посмотрите, что он с ними делает. Он просто их разрывает. Куда он побежал? Вот скажите мне, что он туда побежал? Короче, вот так вот. Имба, имбой. Звездного мы здесь не получили, потому что мы страдали фигней, как обычно. Сел телефон. В общем, такой вот, ребятушки, обзорчик. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.